Здравствуйте! Все упражнения будем делать потихоньку, без резких движений. Помните, все упражнения до дискомфорта, не через боль, в той амплитуде, в которой получается. Каждое упражнение будем делать примерно по 10 раз. Если вам что-то тяжело или совсем не получается, пропустите это упражнение. Давайте начинать. Легли, подушечка под головой, руки вдоль тела и работаем носочки 10 раз на себя от себя. Раз, себя, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Ноги пошире друг от друга. Носки внутрь-наружу. Внутрь. 1. 2. Развели. Снова внутрь. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Круговые движения. 5 внутрь, 5 наружу. Внутрь. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Снова сделали поуже, примерно на уровне плеч. Стопы поставили. Сгибаем колено по очереди, правую ногу и левую. Примерно на счет 5. 1, 2, 3, 4, 5. Небольшая пауза. И также выпрямляем потихоньку. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем ногу. 1, 2, 3, 4, 5. Небольшая пауза. Помните, та амплитуда, которая получается. И потихоньку. 1, 2, 3, 4, 5. Еще осталось 8 раз. 4 одной, 4 другой. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали паузу. Подождали. Ну, секунды-две хотя бы. И выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5. Подержали. Если будет поверхность как ковер скользящая, будет вообще замечательно. И выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. Еще по два разочка. Сгибаем. 1, 2, 3, 4, 5. Держим. Раз, два. Выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5. Держим. Подержали маленько. Выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. Еще по одному разу. Сгибаем. 1, 2, 3, 4, 5. И выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. И другая нога. Сгибаем, сгибаем. 1, 2, 3, 4, 5. Подержали. И выпрямляем. 1,
два, три, четыре, пять. Ноги вместе. Одновременно теперь обе ноги сгибаем. Сгибаем. Один, два, три, четыре, пять. Поставили, подержали коленки. Раз, два. И выпрямляем потихоньку. Один, два, три, четыре, пять. Передых. Еще сгибаем. Один, два, три, четыре, пять. Держим. Раз, два. Выпрямляем. Один, два, три, четыре, пять. Медленно. Еще сгибаем. Один, два, три, четыре, пять. Передых. Сделали. И выпрямляем. Один, два, три, четыре, пять. И сделаем еще один разочек. Если у вас хорошо получается, можете все 10. И сгибаем. Один, два, три, четыре, пять. Передохнули. Ноги оставили в таком положении. Стопы поставили пошире друг от друга. Ноги согнуты. И по очереди колено внутрь. Один. Подержали, подержали. Выровняли ногу. Меняем. Плавно два. Подержали, подержали. Выровняли. Меняем. Три. Выровняли. Четыре. Выровняли. Пять. Выровняли. Шесть. Выровняли. Семь. Выровняли. Восемь. Подержали, подержали. Девять. И меняем. Десять. Сомкнули колени вместе, стопы вместе. И колени друг от друга разводим. Один. Можно руками помогать. Сводим. Плавно разводим. Два. Подержали, подержали. Растягиваем мышцы. Сводим. Три. Сводим. Еще. Четыре. Сводим. И пять. Все 10 сделаем. Сводим. Шесть. Сводим. Разводим. Семь. Сводим. Восемь. Сводим. Девять. Сводим. И десять. Передохнули. Расслабились. Ноги, обе ноги. Подтянули немножко к себе и выпрямляем. Один. Если хорошо получается, до конца выпрямляем. Два. Три. Четыре. Можно добавить выдох. Выдох. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять.
10. Если вам тяжело, можете сделать еще медленнее темп или количество раз уменьшить. Выпрямляем ноги. Ноги у нас прямые. Дальше мы будем работать прямыми ногами. По очереди, правой, левой. Наверху задерживаться на 2 секунды. Поднимаем. Приподняли, держим 2 секунды. Раз, два. Опустили. Меняем. Держим. Раз, два. Опустили. Меняем. Держим. Раз, два. Опустили. Меняем. Раз, два. Опустили. Еще. Держим. Раз, два. Опустили. Поднимаем. Раз, два. Опустили. И еще по одному разу. Подняли. Раз, два. Опустили. И меняем. Раз, два. Опустили. Теперь 10 раз без остановки, не опуская. Поподнимаем правую ногу вверх, потом 10 раз левую, не опуская. 1, 2, 3, 4. Вот эту мышцу напрягаем, чувствуем. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если вам тяжело, можете сначала делать меньшее количество раз. Меняем 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передохнули. Теперь наверху мы будем держать правую ногу на весу и вращать 5 раз стопой в одну сторону и 5 в другую. Приподняли правую ногу и вращаем. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Опустили. Меняем. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Передохнули, расслабились. Немножко ноги встряхнули. Потрясли. И чуть-чуть погуляем. Еще одно сделаем упражнение на спине. Погуляем за ногой. Раз. Там прям потопаем. Можно просто сгибать. Меняем. Два. Еще. Три. Меняй. Раз, два, четыре. Можете еще медленнее делать. Пять. И шесть. Меняем. Семь. Выпрямляем. 8, 9 и 10. Сделаем еще кое-что на спине. Сгибаем обе ноги. Потихоньку согнули. Стопы на уровне плеч. И будем поднимать таз вверх. 10 раз. Вдох, таз наверх, выдох. 1. 2. 3. 4.
6, 7, 8, 9, 10. И таз подняли, на весу сводим колени и разводим. Подняли. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Можете сделать меньшее количество раз. Отлично, справились. Потихоньку поворачиваемся на бок. Внизу ногу мы согнули, вверху нога прямая. 10 раз прямую ногу поднимаем вверх. 1, держим. 1, 2, опустили. 2. Держим. Раз, два. Опустили. Три. Раз, два. Опустили. Четыре. Раз, два. Опустили. Пять. Раз, два. Опустили. Шесть. Раз, два. Опустили. Семь. Раз, два. Опустили. Восемь. Раз, два. Опустили. Девять. Раз, два. Опустили. И десять. Раз, два. Расслабили. Прямую ногу поднимаем наверх и пять раз крутим носком в одну сторону и пять в другую. Держим. Раз. 2, 3, 4, 5. И 5 в другую. Раз, 2, 3, 4, 5. Расслабили ногу. Сделали небольшую паузу. Снова приподняли. И на велосипеде едем 5 вперед. Раз, 2, 3. Назад ногу посильнее. 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабили ее. Можете сделать медленнее. Пожалуйста. Мы вас подождем. Поставьте только на паузу. Поехали дальше. Внизу ногу выпрямляем. И ногу, которая внизу, носок тянем на себя. Поехали. 10 раз. Держим. Раз, два. Опустили. Поднимаем. Раз, два. Опустили. Раз, два. Третий уже разок. Опустили. Раз, два. Четыре. Раз, два. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, и еще один, 1, 2, 9, и контрольный, 1, 2, 10. Отлично. Теперь. Ногу приподняли и вращаем 10 раз в одну сторону, 10 в другую. И вращаем 5 раз в одну, 5 в другую. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся на другой бок. Внизу ногу согнули, вверху нога прямая, выровнялись. Поднимаем прямую ногу 10 раз вверх и наверху делаем небольшую паузу. Подняли. 1, 2, опустили. Подняли. 1, 2, опустили. 2. Подняли. 1, 2, опустили. 3. Подняли. 1, 2, опустили.
четыре, раз, два, пять, раз, два, шесть, раз, два, семь, и раз, два, восемь, раз, два, девять, раз, два, десять. Передохнули. Прямую ногу подняли наверх и крутим. Носок. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону. Один, два, три, четыре, пять. Опустили. Снова будем поднимать ногу наверх и крутить велосипед. Подняли к себе, груди подтянули, от себя толкаем. Раз, вводим ногу назад. Два. Три. Четыре. Пять. Сделали передышку. И в другую сторону. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Расслабились. Внизу ногу выпрямили. Вверху нога прямая. 10 раз прямую ногу, которая внизу, поднимаем вверх. И 2 секундочки наверху. Раз, два. Опустили. Один. Раз, два. Опустили. Два. Держим. Держим. Три. Подняли. Раз, два. Четыре. Раз, два. Пять. Раз, два. Шесть. Раз, два, семь. Обратите внимание, стопа параллельно полу. Раз, два, восемь. Раз, два, девять. И раз, два, десять. Опустили. Теперь держим на весу. Пять раз крутим стопу в одну сторону, пять в другую. Держим. Один, два, три, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Расслабились. Мы понапрягали, лежа на спине, поднимали ноги вверх, переднюю поверхность на боку. Снаружи, внутри поработали. Осталась задняя поверхность, ложимся на живот. Лежа на животе, сгибаем колени по очереди, правую ногу и левую. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем паузу. Раз, два, три, четыре, пять. Меняем. Раз, два, три, четыре, пять. Выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Держим, держим, держим. Выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Чувствуем, как работает колено. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Еще по одному разу сделаем. Раз, два, три, четыре, пять. До упора держим, до упора. Раз, два. И выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять. Другую ногу до упора. Как можем. Раз, два, три, четыре, пять. Задержали, задержали, задержали. Раз, два, три, четыре, пять. Стопы вместе, колени вместе, ближе точнее. И сгибаем одновременно обе ноги. Раз, два, три, четыре, пять. Держим так. Раз, два. И плавно выпрямляем. Раз, два, три, четыре, пять. Сделаем пять раз. Еще раз, два, три, четыре, пять. Выпрямляем. Раз, два,
3, 4, 5. Еще раз, 2, 3, 4, 5. Выпрямляем. 1, 2, 3, 4, 5. Еще 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. И контрольный. Сгибаем ноги. 1, 2, 3, 4, 5. Останемся наверху. Разводим ноги друг от друга. Стопы, колени вместе остаются. Развели. 1, свели. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И крутим 5 раз в одну, 5 в другую. Сразу обе стопы по кругу. Амплитуду максимально. 1. 2. 3. 4. 5. И в другую сторону. 1. 2. 3, 4, 5. Опустили ноги потихоньку. По очереди поднимаем прямую ногу вверх, правую и левую. Подняли. 1, 2. Опустили. 1. Меняем. 1, 2. Опустили. 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Отбрасываем прямую ногу в сторону, правую и левую. 1. Меняем. 2. Меняем. 3. Меняем. 4. Меняем. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Ползем как солдат по очереди колено. Одну ногу, другую. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Немножко передохнули. Согнули снова обе ноги. И работаем. Носочки на себя, от себя, на себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямили, опустили ноги. Прямую правую ногу поднимаем наверх, держим на весу и также крутим стопой 5 раз в одну сторону, 5 в другую. Держим и крутим. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Опустили. Меняем. Держим. 1, 2, 3, 4, 5. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5.
Расслабились. Отдыхаем. Вы сделали все до конца, я вами очень горжусь, вы просто молодец. Если было тяжело или вы хотели бы что-то поменять, обязательно пишите в комментариях. Это будет очень полезно. Допустим, вот такой комментарий про костный суп оставил мужчина, я рецептик вот здесь постараюсь написать и в описании его скопирую. Это будет просто супер. Если вы напишите, как вы лечитесь дополнительно, может это какие-то физиопроцедуры, может быть это хондропротекторы или у вас есть какой-то свой секретный метод, это будет просто отлично, это будет мега полезно. Большое спасибо, пока-пока, будьте здоровы!